вообще у нас, конечно, не буквально все-таки политические вещи, поэтому я на последний день спою как раз. Вот. И вернемся к поэзии. Тем более, что вот я наконец-то впервые увидел Арсбегаса. Ну, точнее, я его уже видел, но он был другой. Он был совсем другой, он был своим отражением, и он не был похож на себя. Но стихи он тоже читал. Да, он был, но он был совсем другой. А вот сейчас посмотри, что на самом деле. Ладно. Когда в черном городе горят огни, когда солнце встает над домами, ты больше не думаешь, мы они, они есть мы, и вместе с нами. Ты можешь пытаться убить себе что угодно, но все, что ты сделаешь, убьешь немного себя. Хватит делить на бомсы и неугодно. Мы все равны, когда сверху падают капли дождя. Небо в Берлине, небо в Конго, небо в Майами так похоже. Когда я смотрю наверх, я помню, что мы живем под ним. Мы живы им одни. Чтоб помнили все, что угодно, чтоб помнили образ твой, а не тебя, не тебя. Но от суеты не изменится главное. Мы все равны, когда сверху падают капли дождя. Небо в Берлине, небо в Гонконге, небо в Майами так похоже. Когда я смотрю наверх, я помню, что мы умираем под ним. Мы живы и над ним. Когда я смотрю наверх, я помню, что мы живем под ним.